Сегодня 22 мая, начинаем очередную тренировку и проверяем категории до 65 килограмм. Возраст 16-18 лет. Слева Марунчак Саша Европой. Справа Амельянов Данила, пока 11 школа. Судья у нас Андрей. Сразу на правую, надо было на левую. Пол первый получает Марунчак. Амельяна побеждает на правой. Да будем работать до двух побед на одну руку. Переходим на левую руку. Все, все готовы. Также слева. Все, отдыхаем одну минуту и еще по одному поединку на левую и на правую руку. Все, и второй раунд Ечин настроил, так что, Сашу, мальчика. И у нас борьба на правую руку. До двух побед, напоминаю. Ready, go! Давай. На правую руку побеждает. Что я? Я не понял, что это было. Давай еще раз настраиваемся. Давай. До чемпионата Молдавии у нас 5 недель. Поэтому сегодня спарринги проводим. Категория 16 лет. Второй поединок на левую руку. Саня, давай. Амельяна побеждает. Все, ждем следующую группу. Продолжаем тренировку. На этом закончим. Спасибо всем.